Всем привет! Я Анна Науменко, врач-невролог, телесно-ориентированный психотерапевт. И для меня тема нелекарственного воздействия на состояние своего здоровья, она очень важна и актуальна. Это такое одно из направлений моего развития на данный момент. На самом деле не так много лекарственных препаратов, которые действительно показали свою эффективность и достаточную безопасность. Поэтому если мы можем, не прибегая к лекарственным методам, повоздействовать на состояние своего здоровья, то, мне кажется, это такая замечательная возможность и альтернатива. Поэтому проект «Большой иммунитет», мне кажется, очень таким важным и с целью просвещения, дачи каких-либо знаний, да, которые действительно научно обоснованы, но и практического применения. Вы, не прибегая к лекарственным методам, берете на себя полную ответственность за профилактику и состояние своего здоровья, используя элементарные, но такие научно обоснованные знания. Поэтому до встречи на проекте. Я думаю, это будет очень интересно.